Всем привет, дорогие друзья! На обзоре HP M225 и проблема замятия при двусторонней печати. Демонстрирую, как печатает аппарат. Печатается первая сторона, и при уходе листа в дуплекс, в узел двусторонней печати, лист как будто бы во что-то упирается. Если приглядеться буквально на долю секунды, и в конечном результате получаем замятие в дуплексе. То есть с односторонней печатью все в порядке, проблема именно в дуплексе. Откроем заднюю крышку. Да, действительно здесь замятие, лист застрял, извлечем его. И снимем заднюю крышку, чтобы было нагляднее. Здесь ничего криминального нет, никаких посторонних предметов, на пластике заусенцев нет. Можно платинклином протереть ролики, почистить, но, как правило, это не помогает. Расскажу небольшой лайфхак, может быть, еще кто-то не в курсе, возможно, это баян. Но в первый раз я в буквальном смысле сломал всю голову, потому что лазил и в печь, лазил и в дуплекс, ничего не помогало. И взгляд мой упал вот на эту качалку, она же, наверное, направляющая бумаги. Не совсем понятно, для каких целей она сделана, но доверия она не внушает. Ну и, собственно, лайфхак. Просто убираем эту качалку направляющую. Достаточно с одной стороны снять ролик протяжки. И извлечь эту пластину вместе с пружинкой. Прежде чем делиться таким лайфхаком, естественно, было все проверено на практике. Сделан не один аппарат таким образом. И без этой пластмасски, без этой качалки они чудесно себя чувствуют. И при двусторонней печати замятий больше нет. Естественно, ролик протяжки возвращаем на место. И вот уже окончательная демонстрация. Тест на 50 страниц. Можно внимательно приглядеться, как лист заходит на второй круг в дуплекс. Отлично, все плавно, ничего не мешает. В начале видео лист у нас упирался кромкой в эту пластмасску буквально на доли секунды. В результате получали замятие в дуплексе. Сейчас все плавно, без задержек. Ну и, соответственно, замятия ушли сами собой. Не совсем уверен, какую функцию выполняет эта пластмасска. Видимо, все-таки направляющая для листа. Но если она не справляется со своей функцией, она тут нафиг не нужна, как посторонний предмет. Вот такой лайфхак, друзья. Кто еще не в курсе, пожалуйста, пользуйтесь, не жалко. Если кому-то баян, не ругайтесь. Если есть что добавить, пожалуйста, всегда пишите в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.